Боже. Я не думаю, что он в порядке, Клем. С ним все в порядке. Ему просто нужно выбраться. Пройти через это ему нужно. И все, он выместит свою злобу на этих мертвяках. Давай, мужик, нам нужно двигаться. Я уже почти забыл, как это было, Клементина. А что происходит, а? А вы что тут делаете, а? Давай уложим тебя. Какого хрена тут происходит, короче, а? А что происходит, а? Мы хрен знает, сколько имеем там ходячих, с которыми мы должны были присматривать. Эй, погоди секунду. А что, скажи, что происходит, а? Ребенок на подходе, блин. Ребекки, между прочим. Ой, извините, блядь. Давай прямо сюда. Они идут наверх. Ты давай, говорит, это, держат нас подальше. Я помогу их сдерживать. О, у меня тут Ребекка. А мы, значит, сдержим уходящих. Давайте постреляем немножко. В общем, Люк все просрал, они тут пёхали с Джейн. В то время, как ходящие просто подошли. Их слишком много. Продолжайте стрелять, они должны сюда подняться. Помогите чем-то заблокировать эти грёбаные ворота. Мы можем этим заблокировать. Я помогу тебе, я иду. Да, давай толкаем. О, черт. Какого хрена тут происходит, а? Назад, назад. Сара, держись. Я не могу ее держать. Помогите мне. Хватай мою руку. Я, в общем, с Саре пришел конец, как, собственно, ну, пришел и... Мы бы ничего не могли сделать, и... Мы бы ее сюда никогда не затянули. Мы даже не пробовали. Как ты можешь говорить, что мы не могли ее спасти, если даже не пробовали этого? Ну, мы на самом деле ничего бы не смогли сделать. Они сюда лезут, короче, наверх. Слушай, это дерьмо когда-нибудь закончится. Дестроя, уничтожить, короче, доски. Остальную часть платформы нужно уничтожить. Нужно обрушить всю платформу. Просто... Не знаю, как-то нужно. Вон, например, крепление надо грохнуть. Люк, слушай, ну это сработает, да. Вся эта штука обрушится. Подсади меня. Я так стараюсь, как бы. Я делаю так быстро, как могу. Аккуратнее, Сукинсон. Все. Тишина сразу такая. О, нет. Неужели не выжил? Нет. Отлично. Живой, порозовел.
Ну, не зря мы столько пережили, да? Новая жизнь все-таки появилась на свет. Правда, как она будет жить и выживать, и расти в этом мире, не совсем понятно. Точнее, вовсе непонятно. Это ужасно. Для родителей, и для матери, и для самого ребенка. Это просто кошмар. Эй, Клементина. Эй, как дела? Он отличный. Кто? Кто самый прекрасный? Перфект. Просто он идеальный. Это ты. Это ты. Он похож на Алвина. Ты думаешь, да? Определенно. Спасибо тебе. Я в порядке, я в порядке. Мне бы... Мне бы, говорит, потеплее во что-то одеться. И вот я как раз... Слушай, извини насчет цвета. Ты что, правда думаешь, мне да и есть до этого дела? Хочешь подержать его? Да, давай. А можно, да? Ты же семья. На, держи. Тихо-тихо, не плачь тут, давай у меня. Слушай, ты как большая сестренка. Дай мне взять его, вам нужно обоим отдохнуть, особенно тебе. А ты когда последний раз спал, Кенни? Что-то насчет 2 лет назад. Но кто-то должен присмотреть за тобой, пока мама спит. Ты никогда не забудешь этот запах. А я так понимаю, почему-то Кенни проявляет особый интерес к этому ребенку. Возможно, потому что он всех потерял, и этому ребенку он помог явиться на свет. И, возможно, это он считает себя частью чего-то общего. Это его новая семья, возможно. Какие-то такие мысли у него в голове или что-то подобное. Ну, крышак ты ему снесло по полной программе. А ты что делаешь, а? Слушай... Я извиняюсь, но мне нужно идти. Да я понимаю. А куда пойдешь-то? А куда пойдешь? Просто отсюда пойду, лады? Ты знаешь, Джейми, Сара... Я просто не могу ошиваться рядом. И смотреть, как это с тобой произойдет тоже. Ты знаешь скор. Ты умный парень. Со мной все будет в порядке, а? Конечно. Но у всех иногда бывает, когда удача от них отворачивается, как бы. Удача не вечна. Слушай, когда дерьма покатится к черту, они всегда так делают, так что ты позаботься о себе и не позволь остальным себя потащить ко дну. Я должна этим людям всем, понимаешь? Они держали меня в безопасности, и я не могу их просто так кинуть, короче. Но они, говорят, не смогут тебя сохранять вечно, и никто не может быть в сохранности вечно, говорит Клементина. Ты о себе позаботься. Я вот что имел в виду. Вот, держи. Оставь себе. Мне нужно идти. Эй, я думал, ты уже спишь. Ты в порядке? Я в порядке. Слушай, хорошо, да. Чёртова ночь. Температура падает, у нас нет еды. Я не знаю, как долго мы тут сможем оставаться здесь, Ребекка и ребенок. Нам нужно исследовать вокруг пространства. Может, мы что-то сможем найти? Что такое? Джейн ушла. Совсем.
Чё? Когда? Только что. Блин, она ни хрена не говорила, что она уходит, блин. Какого хрена? Ты чё, серьёзно? Чёрт побери. Эй, слушайте, ну давайте потише, а? Слушай, извини, просто Джейн ушла. Да ладно. Слушай, ну заказывай это детское дерьмо, а? Кенни, просто вольно отвали от меня. Слушай, вы подвергли нашу жизнь риску. Вы, короче, ведете себя как придурки. Хватит вам драться уже. Слушай, извини, я облажался, но она мне просто предложила, и мне просто это было нужно, понимаешь? Посмотри вокруг себя. Просто все вокруг. Просто вокруг, кругом дерьмо, короче, я насладился просто одним моментом. Извини меня, мать твою. Короче, говорит, соберись. И не подвигай нас больше опасности. Не веди себя как тинейджер, твою мать. Короче, мы должны выдвигаться на Веллингтон. Это наш лучший бросок будет, короче. Нам нужно обеспечить безопасное место для ребенка. О, прости меня. Видите, он не сразу отдает ребенка матери. Может быть, там целый город с припасами. Короче, мы должны выдвигаться как можно быстрее. Эй, ты о чем говоришь, а? Ребекке нужно поговорить несколько дней, как... Ей нужно отдохнуть по-любому. Мы же тут замерзнем, говорит. Температура-то остывает. Мы не хотим, короче, Ребекку подвигать. Все должны попытаться уснуть, и, блин, они все говорят, и я не успеваю за ними, ну, вы сами понимаете, да? В общем, базар о том, либо идти сейчас, либо идти потом. Мы выбираем подождать пару дней, чтобы Ребекка сумела отдохнуть, и потом мы отправились в путь. Но в путь все равно идти надо по-любому, потому что здесь небезопасно, припасов здесь нет, нам нужно искать место, где найти припасы. Все будет в порядке, Бека. Но Кенни с нами не согласен, говорит, что это ошибка. Итак, видимо, прошло пару дней, настала зима. Вот так вот просто. Все совпало, и ходячая, и зима пришла, и рождение ребенка. Круто, что тут сказать? Ты в порядке? Она истощена, мы все. Я продолжу идти. We should have left right away instead of waiting around. We could have found more food and been someplace warm days ago. Мы могли уже пару дней найти назад по эти грёбаные припасы, блин. Ей сейчас гораздо хуже, если бы мы, блин, про мы должны продвигаться дальше, пока не наступила темнота, чтобы достичь этого грёбаного города. Все устали, слушай, Люк прав. Почему ты опять занимаешь его сторону, а? Мы уже добрались несколько дней назад, а ты все его поддерживаешь, типа того. Кенни очень недоволен. Что-то есть место посидеть. Позволь мне забрать ребенка, а? Ребекка. Все в порядке, я держу его. Ты... Бек, отвали, короче, да? Она не хочет тебе отдавать ребенка. Кенни знает, что делает. Он был отцом раньше. Я не об этом говорю сейчас. А кто там такой, а? Меня слышно?
Меня слышно? Арво? Арво, Арво. Арво? Мы встретили его тогда в том помещении, когда до того, как все пришли. Это тот парень, да? Ты знаешь этого Сукинсона? О чем он хочет? Я не верю ему. Он еще может на нас злиться. Все глядите в оба. Ты же Клементина, да? А что происходит здесь, друг, а? С тобой или есть люди? Где они? Ты же здесь не сам по себе, правильно? Это мои друзья. Мы здесь спрятались. Ты же Клементин, мы тебя знаем, да? Это они, да? Ну, скажи это... Скажи им, чтобы они поставили их оружие на пол, и что мы забираем все, что они имеют. Нифига себе вот этот поворот. Я знаю, чтобы у их не было. О чем говорит, а? А что твои друзья говорят? Я говорю, это тот, кто ограбил меня. Они говорят, что... Они считают, что смешно, что меня ограбила маленькая девочка. А положить свои пушки и отдать мне все. Может, мы как-то сможем разобраться, а? Подожди. Что ты хочешь, чтобы мы тебе отдали, а? А мы здесь не заключаем сделки. Буригой говорит, что мы все заберем, говорит. Да пошли в задницу. Это может быть легче для вас. У нас ребенок, понимаете? Ваш ребенок с собой, да? Если ты знаешь, что хорошо для тебя, пусти оружие сейчас! И слишком много! В общем, пошел. Я вас всех пристрелю, мазерпакеры. Мазерпакеры, даже не провоцируйте меня. Не двигаться. Ты хочешь умереть? Не зли меня. Ты думаешь, что я хороший мужчина? Бурико, остановись! А тем временем Ребекка отдала концы и уже обратилась. Ну, видите, опять русские плохие. Так, надо позвать на помощь. Нет, стрелять было нельзя. В данной ситуации первый выстрел повлек за собой сотню других. И на этом заканчивается четвертый эпизод второго сезона The Walking Dead. С вами был Джейсон, канал True Maniac Games, игра от настоящих маньяков, не забывайте про лайки, подписки, всем удачи и пока!